Посмотрите на яблоньку, которую в прошлом году я формировала вместе с вами. Вот здесь внизу я удаляла побеги и дала возможность вот этим трем основным скелетным веткам дальше развиваться. Потом опять я удаляла и оставляла основные побеги, которые идут по бокам. В результате что произошло? Наросли хорошие побеги в прошлом году. Смотрите, даже есть почечки цветочные, которые на следующий год будут плодоносить. И вот он, прирост этого года. Шикарнейше смотрится яблонька сейчас. Сейчас главное смотреть, чтобы не шли побеги внутрь. Если внутрь будут идти какие-то побеги, то их обязательно удаляем. Не бойтесь, что сейчас лето. Летом очень быстро ранки зарастают. Поэтому, если вы видите побег, который мешает, то его срочненько обрежьте и сформируйте такое растение, как вам нравится.